Это наша любимая собака. Зовут ее Лида. Лида. А, Лида. Ну чё ты бегаешь-то вокруг да около, бля? Ждёшь, когда я тебе палочку, что ли, найду, а? Мне кажется, знаешь, что я палочку хочу взять. И следить. Давай, давай, тащи сюда. Отдай сюда. Да, дай сюда палочку. Куда, блин? Отдай. Вот сильная какая, вырвала. Она у нас всех любит. Но она такая невоспитанная у нас, бешеная. Пока мы не видим, пытается дырочку в заборе какую-нибудь найти, чтобы слинять куда-нибудь. А уже такое у нас было. Бегали, пришлось за ней бегать. Чего ты? Ждешь, когда я у тебя палочку буду забирать? Вот. Нет, не дам тебе палочку. Воу-воу-воу, нифига себе, она меня крутит, смотри. Нифига, нифига себе. Тихо-тихо. Она у нас вообще сильная. В догонялке с ней не поиграешь. За ноги, только меня кусать не надо. Вот это вот она хочет сделать. За ногу схватить или лизнуть. Ну, это она, понятно, любовь свою показать хочет. Она-то у нас всех любит. Лидушка, скажи что-нибудь в камеру. Лида, смотри в камеру. Лида! Вообще, выхожу как на улицу, так всегда глажу ее. Традиция такая уже вот у нас. Как я приеду сюда, в деревню, так она обоссится от радости всегда. Да? Да, Лида? Она уже пять раз мама. У нее уже 5 детей. Был один щенок. Первый такой был светленький. Мы назвали его дружком. Потом одному человеку из нашей деревни дали. Он его назвал Рексом. Он сейчас уже взрослый, ему уже 2 года, наверное. Потом родились 2 щенка. Один был такой светловатый, другой такой чуть-чуть более темнее. Я назвал их Була и Гарик. Но, к сожалению, Лидушка решила их зачем-то из будки в ямку запихать, и пока она это делала, сова, наверное, Гарика утащила. В итоге только остался Була. Була подрос, тоже отдали одному знакомому. Потом у нее родились еще 2 щеночков. Один был мальчик, другой девочка. Я назвал Гарик, раз уж Гарика не было, назвал Гарик и Лина. То есть смотрите, как получается. Лина и Лида. Была у нас когда-то много-много лет назад собака Лина, да. И получается вот так. Это у нас Лида, а та Лина. То есть одной буквы в каждом имени не хватает. Вот такие вот детки. Детки вообще прекрасные. Детки у нее вообще прям смешные, веселые были. Да, Лидушка? Ну, рождает она не по нашей воле, конечно же. Пока мы не видим какие-нибудь собаки. Рыжие, например, она из того дома приходит, например, и они тут, короче, занимаются, ну, этим, пока мы не смотрим. Во-во-во, полежи, 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 полежи. Тебя погладить нужно. Это она прям обожает у нас. Ты обожаешь у нас, когда тебя гладят, да?
Вообще Лидушке нашей уже 5 лет, а мы все еще стадию щеночка проходим. Умеет сидеть, лежать вот не умеет. Вот команду палочку ищи, это она понимает, но не всегда, правда, делает. Ну а так она у нас вообще хорошенькая собака. Очень хорошенькая. Тихо. Ну, в общем, такой вот был ролик вот у нас. Всем пока.